Здравствуйте, уважаемые моделисты. Сегодня в нашем обзоре винтомоторная группа для авиамоделей размахом до метра, для моделей самодельных из потолочной плитки, для каких-то покупных. Весом, если это 3D-модель, то до 200 грамм, если это тренер, то до 350 грамм где-то. Но большинство моделей с потолочной плитки, если использовать как тренер, то в эту весовую категорию попадает. Мотор у нас 2204-1400 КВ. Вот такой. Регулятор под него 10-амперный. С бэком на 2 ампера. 2 ампера у нас достаточно, чтобы питать 3-4 машинки. 9-5-граммовый и приемник. И винт. Под данный мотор мы рекомендуем 8x4 винт с 3-баночной батареей. Если использовать 2-баночную, можно поставить винты 8x6. Вот. Но на 3-баночную 8x6 уже будет для данного мотора тяжеловат. Сам винт. Ну, у нас бывают только GVS-ные такого формата. В стандартном варианте он садится не очень хорошо. Есть вот такой люфт. Но если пройтись сверлом на 8 мм, то уже садится на винты и осевого движения нет. Давайте взвесим. Вес мотора 21,5 грамм. Регулятор 7,3 грамма. Давайте сюда еще добавим разъем. Который, наверное, надо будет поставить. Но здесь он даже с довольно длинным проводом. Это еще 2 грамма. Или даже 1, если отрезать. Так. Давайте посмотрим размеры. Возможно, кому-то будет важно. Общая высота 18. 28. Ну и между этими отверстиями понятно, что под 90 31 миллиметр. В комплекте с мотором также идут резиночки и саморезы для крепления на деревянную площадку. Резинки вообще слабые. Их надо будет на что-то менять посерьезнее, на воздушные шарики. Например, или какие-то другие резинки, которые продаются отдельно. Это похоже на резинку для денег, но просто маленького диаметра. Ну и, соответственно, даже если несколько раз перехлестнуть, все равно достаточно слабенькие. Так, ну что же, переступим к тестам. Итак, 3-баночная батарея практически, ну, можно сказать, полностью заряженная. Винт у нас сейчас стоит 8x4, резиночка не родная, а ну, просто отдельная. А есть еще вариант, некоторые моделисты, в частности наш Леонид, крепит с помощью нейлоновых стяжек, прям затягивает винт, ну так покрепче, и в принципе говорит, тоже отлично все это работает. Это такой небольшой лайфхак, можете попробовать. Так, сейчас посмотрим, что у нас выдает. Так, 100 грамм потребления, примерно 1 ампер. 2,13. 3,8. 300 грамм.
максимально 440 и 720, где-то 7,2 ампера.